вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном небольшом принтшопе. Если вы любите сотрудничать с принтшопами, возможно, эта информация будет для вас полезна. Называется принтшоп ImagiKind или ImagiKind. Ссылочка будет в описании. Посещаемость 108 тысяч в месяц, США 48,85, Бразилия чуть больше 5%, Соединенное Королевство 4,73%, Германия 3,65% и Нидерланды чуть больше 3%. Это такой своеобразный принтшоп, на котором есть 4 варианта размещения своих иллюстраций. Первый тариф – это бесплатный, можно размещать. Там сказано 3 галереи. Я не знаю, что означает 3 галереи. Возможно, 3 тематики или какое-то у них количество. Ну, в общем, можно разместить 3 галереи. И платится дополнительная комиссия 5% за кадрирование. И можно использовать в описании всего 10 тегов, то есть 10 ключевых слов. Второй тариф это Pro. $8 в месяц. Можно размещать 100 галерей. Также платится 10% комиссия и можно использовать 50 тегов. Третий тариф называется Platinum. Он стоит $12 в месяц. Можно разместить 250 галерей, можно использовать 100 слов и платится дополнительно 15% комиссия. И есть еще четвертый, самый дорогой тариф. Annual называется $95 в год. Можно разместить 250 галерей, можно использовать 100 слов, платится 15% комиссия, и также можно участвовать в каких-то безлимитных группах. То есть вот есть такие варианты размещения, но я думаю, что можно попробовать с бесплатного и посмотреть, как пойдет дело. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом принтшопе. Возможно, у вас уже есть опыт сотрудничества с данным принтшопом. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!